Всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и сегодня я хочу вам показать такую серию видео, которая не связана с основной линией видео по 100 Deadly Shores. То есть у этого видео даже не будет эпизода, то есть это будет не эпизод 16, это будет просто видео, в котором мы посмотрим особое оружие. В этот раз это я не знаю что. Это Дарман Стингер. То есть вот он полностью прокачанный. У него был всего один уровень прокачки, и я потратил на это денежки, так что. Ну, вот игровые. А на покупку пришлось потратить обычные деньги. Надеюсь, это мне как-то потом с канала да и вернется. То есть это здесь, видите, всего 10, как сказать, миссии, задания для нас. То есть это быстро пролетит, эта серия. Это просто для тех, кто думает, стоит ли ему, допустим, покупать это оружие, стоит ли вообще проходить эту серию. И вообще для тех, кто не хочет сам тратить реальные деньги, чтобы посмотреть, что это за оружие, я это делаю для вас. Ну что ж, поехали. Нам нужно убить трех молодых стегозавров. У стегозавров даже нет уязвимого места, потому что из стингера я их убью с одного выстрела. Теперь даже прицел есть. Класс. Вообще супер просто. Как? Ах ты сволочь. Стоять. Ишь вы, чё вы думали? Классно. Зарабатываешь, конечно, мало, но зато слитки золота дают в награду. 6 гадрозавров теперь. Так, ну где они? Офигеть, сразу троих. Еще двоих. Офигеть. Пока что реальные деньги потрачены не зря. Так. 9 комсогнатов. Отлично. Так, опять трёх гадрозавров. Так, теперь 8 молодых гипсилофодонов. Прикончите. Отлично, вообще классно. Теперь нужно убить уже 4 молодых стегозавров. Ну, миссии, конечно, однообразно, радую, что слитки дают за, как сказать, ну, за уничтожение животных. Золотые слитки на дороге не валяются.
И последний. В задницу прямо. Так, 8 старых комптозавров. Вот сейчас я им отомщу, этим комптозаврам дурацким. Как же они меня бесят. Да, да, да. Помню этих гадов. Сейчас я всем отомщу. Кто еще хочет? Вот вы. Отлично. Так, 5 гипсилфодонов теперь. Какие-то однообразные, если честно, миссии, но все-таки это первое особое оружие. Надеюсь, в будущем будет поинтереснее миссии. Площадь вообще урона гигантская просто. Еще бы на куски разлетались. Вообще бы круто было. Так, и последнее. Это кто у нас? Это 10 комсогнатов. Конечно, могли бы что-нибудь покруче придумать. Там, Тирекса или еще чего. Ну вот в итоге у меня было 58 золотых слитков. А в итоге я выиграл 17. Нет, глупо, подождите. 25 я выиграл. Я выиграю 25 золотых слитков за прохождение особой серии. Если так будет каждый раз, то это очень круто и неплохо даже. Так, ну что, где они, мои малыши? Отлично, давай быстрей. Шикарно. Отлично, давай перезаряжай быстрее. И последнее. Спасибо, но не надо. Так, ну что ж, я закрыл особые серии, 10 столько охота по контракту. В следующий раз, если позволят материальные средства, будем рассматривать еще одно особое оружие, либо просто дальше закончим с 5 регионом и перейдем в 6. Если вам действительно нравится это видео, пишите в комментариях, ставьте лайки. Как же обычно, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем видео, надеюсь, это вам понравилось. До скорых встреч! И пока.